То, во что это вылилось, уже смело можно называть. Сражаемся, если не Привет! Наш ответ на новую порцию кремлевской чуши, которая рождается в их воспаленном воображении. Лайк, подписка, колокольчик, чтобы не пропустить на YouTube-канале «Украина-24». Ми збираємо і розбираємо. Це складно, але вам, судячи з усього, подобається. Сьогодні підібрали таке. Києва опять угрожает і ссылається на Путіна. Соловйову плевать на російських солдат, но беспокоїться о свиньях і птицях в зоопарке. Сіменєн вспомнила о ценностях і плачет за медалями. Депутати грозят уничтожить Фінляндію і продовжують талдичить, що все йде по плану. Мене звуть Олена Центила. Погнали! Никаких тебе видов на озеро Кома, пасты и морепродуктов. Вычеркивайте. Товарищ Соловьев, как вас вычеркнули? Тут птичка напела, что Соловьева лишили вида на жительство в Италии и навсегда запретили въезд. Чао, бамбино, сори. Хоча ні, ніяких сорі. Вам же нічого і нікого не шкода. Хоча? Животинушку-то жаль ему. Вот что не может не радовать? Вот правда, ноль иронии, питомцам луганского зооуголка из московского зоопарка прислали 10 тонн стройматериалов и кормов. Мы опустим, зачем птицам нужны стройматериалы, а вот хэштег интересный. Своих не бросаем. Бо ж в той самый час из ихними солдатами что? Ничего. России они не нужны. Как минимум 250 трупов так в вагонах-рефрижераторах и стоят под Киевом. Не любят там людей, особенно когда они... уже не нужны. Помните, еще в марте посчитали, что Россия оценивает жизнь своего пушечного мяса дешевле свинины. В марте за кило свинины просили 300 рублей, а за мертвого солдата-оккупанта обещали по 11 тысяч, то есть по 157 рублей. Такие себе расчеты. Ванька сделал свое дело, Ваньку можно потерять. Тим паче, коли хвиля піднялася, і гробові теж довелося піднімати. З поля бою їх теж не забирають. Ідентифікація тіл, що, зачем? Это дорого, куда проще объявить безвісно отсутствующим воинской части. Дезертиром, по факту. Відправили вмирати в мир, ну то й добре. Що його ще гробові платить? Нахіба воно це треба? Прикра невдача спіткала російських спортсменів, як казав класик. Стрибайте тепер через калюжі, змагайтеся з інфляцією, хто швидше, і падаючою економікою, хто глибше. Ой-ой-ой, тут слово про цінності. Боже правий! Як же ж воно вивалилося з рота Симоньян? Внимание! Ми ще годи назад білі в набати говорили, що всі сучасні вот эти вот ценності каким-то поразительним образом не розпространяються на русских. І якщо где-то возникнет ситуація, що хтось захоче подвергнути геноциду русских, мир не встревожиться. Ми ровно это і наблюдаємо сейчас. Снова здорово, где геноцид, а где русские спортсмены остаются дома и устраивают бои с тенью. Цинично попраны базовые права человека? Вы явно не в себе. Потому что базовые права человека – это жить. Без вас, русских, понимаете? Жить, как мы жили до вашего прихода, до ваших бомб и солдат. Это не рожать в подвалах и не оперировать людей под светом фонарика мобильного и без анестезии. Это не умирать от жажды, как шестилетняя девочка под завалами в Мариуполе. Это чтобы тебя не расстреляли вместе с мамой и сестричкой на мосту в Ирпене. И да, в России этого не понять. Вам же Маргарита печет и чешется, что сумок Шанель не купите. Или отдых ваш максимум Байкалс. И вместо Макдональдса у вас дядя Ваня. Но нет, Маргарита, это не базовые ценности. Это то, что вы заслужили. Хотя и этого вы не заслуживаете. И вот чему. У вас раптом що уничтожить истребить. Вот Россия грозит уничтожить Финляндию. Никогда такого не было, и вот опять. На слове НАТО у депутата Журавлева начинаются судороги. Если Финляндия хочет вступить в этот блок, соответственно, наша цель, говорит, абсолютно законная. Поставить под сомнение существование этого государства. Это логично. Мужчина, ви хто? Де ви, а де сорян логіка? Вона пройшла повз вас, а ви її навіть не упізнали. Виступає Кива. Сьогодні весь западний мир є потенціальною целью. І завжди потрібно пам'ятати, що оружие дано для защиты і уничтожения несущих угрозу противников. Причому тут кома невідомо. І, як говорив президент Росії Владимир Путін, якщо драка неизбежна, бей первим. Виступив, заступи назад. Чи взад, чи куда хочешь, тільки мовчи. Генератор случайних слов никак не может уложить в голове логику и причинно-следственные связи. Ну, грусть. А что же делать? Походу, это заразно. Мария Захарова тут возбудилась, говорит, после заявления депутата в Латвии, который сказал, что всех исквитами, які на святкування 9 травня прийшли, треба було запустити и выпускати лише тих, кому посольство России купило квиток в один бік, в Москву.
Захарова не нравится. Говорит, это и есть нацизм, которого как бы нет. Пишет, подобные заявления должны рассматриваться не на дисциплинарных комиссиях по этике, а в национальных судах и на заседаниях профильных структур международных организаций. Мария, ну вам бы определиться, что не так. Буча и Мариуполь не геноцид. Насильно вывозить людей в страну, которая их убивает, норма. А тут и охранные вышки вам обещают. Безопасности ради. И туалеты, и кашу выдавати, вашу улюблену. Все, як ви любите. І це значно краще, ніж ви з іншими чините. Или вам свои же, те, кто за границей пожил и строем ходить не станет, в Москве не нужны? Стрёмно, да? Не зря боитесь. Будущего у вас нет. У вас и настоящее заканчивается. Вот даже в мультике Масяня объясняет, who is Putin, и о преступлениях диктатора, и о войне в Украине. Ну и вот, Путин стянул свои войска и просто напал. Пошел войной натуральный. Стал бомбить, стрелять ракетами, убивать. Наш стяг и наш ПС-патрон. Впизнаете? Им, детям, жить в последствиях этого ужаса. Не уверен, что у Масяни получилось хорошо, но она пыталась. Расистам и ботам просьба не беспокоиться. Будущего у вас нет. Это автор пишет. Коротко и ясно рассказывают о том, что... Ничего тебе нельзя, можно только жопу лизать и дань платить. Больше ничего. Насадил атмосферу страха в стране, жесткую цензуру и полное бесправие. Ну, короче, обратно к Сталину. Ему, как КГБшнику, то время кажется клевым. Масяня вспомнила, как Путин стырил кусочек у Молдовы и Грузии, а в Украине посадил свою куклу Януковича. В России уже все пастунки ходили и раком стояли, как шелковые. А украинцы не только не слушаются, а еще и ржали над ним. Ми й далі регочемо над тим, що верзеться кремлівська братія. А ви знали, що над нами і з вами експерименти проводять? Вракі-канділакі. Далі. Чим більше Росія возвращається на Україну і освобождає жителів від експериментів над їх фізичним і ментальним здоров'ям, тим більше деталей об цих опитах ми узнаємо. Началось все і продовжується, як ми пам'ятаємо, з біологічних лабораторій. Разработка и тестирование на людях устойчивых к иммунитету штаммов вирусов, заражение перелетных птиц и такое прочее. У нас биологические лаборатории. Ну вот не зря же шутейка в сети, мол, почему Путин гусей боится? Потому что ему кажется, что они кричат «Гага! Гага! Гага!» Ну вы серьезно? Птахи, які не дозволили злетіти літаку в Москві на 9 травня? Точно, це виключно бойові гусаки чіпляються в ваші винищувачі над українським небом, а спеціально навчені горобці кльовами видирають гвинти з вертольотів. Що роблять медузи-мутанти? Тягнуть ваші катери, включаючи з Москвою, на дно. А бойові дельфіни? Вони підштовхують до самогубств все те, що є в нашому Чорному морі. Точно. Футинути, як в головах Наригано, і спутник це тільки усугубив. Ведь дальше, после птиц и биолабораторий, агрессивная украинизация, штамповка мозгов, учебник какой-то смешной в руках небензи и коррупция. Мухи, мед, стекло и гвозди, честное слово. Тина, ну вы ж так не переживаете, а то уж все слова, которые знали, выпали из вас, и вы, боюсь, сами не понимаете, что опозорились. Ну вот смотрите, почему-то вы решили написать, что в Украине с момента независимости построено ноль, реконструировано ноль, вложено в развитие образования и рост благополучия граждан ноль. Это так, только наоборот. Понимаете? Вы перепутали Россию с Украиной. С вами так часто бывает. Ну, не нужно. Просто аби знати. Лише з 2019 року збудовано, відреконструйовано 150 шкіл, 100 дитсадків, 7300 кілометрів доріг минулоріч. Явно на нуль не схоже. Хоча все, к чому ви прикасаєтесь, сразу обнуляється. Це правда. Ой, еще хорошая фраза у Канделаки. Взрослым, говорит, придется трезветь. Тут барышня одна, блогер-миллионник Лилия Абрамова, не понимала, что происходит, и решила высказаться. И так высказалась, что теперь хочется ей рот помыть с мылом и голову изнутри. Разбирать будем по кусочкам. Говорит, не пойму, что происходит. Я клянусь, не знала, что что-то началось. И я смотрю у всех и так думаю, стоп, а где война-то? Лилия, война в Украине. И начала ее Россия в 2014-м, а 24 февраля стала бомбить украинские города. Нет, не как в кино, по-настоящему. Лилия не вгомонюється. Война. А что такое война? Война – это когда кто-то идет захватить, поработить другое государство. Самое так и е. Именно это и происходит. Вы, Россия, хотите захватить и поработить Украину. И об этом вам кричит весь мир.
А если люди идут помогать своим братьям, понимаешь, когда люди идут спасать нормальных людей от больных людей и делают это максимально ювелирно, понимаешь, что какая война? Вы нормальная вообще? Мы же братья, это не к нам. Никогда мы не будем братьями. Ни по родине, ни по матери. Вы могли бы отвалить от нас? Могли бы спасать самих себя ювелирно? С помощью 3-тонной бомбы, как на Мариуполь. Бабах! И Москву спасли. Как вам, Лилия, такая идея? Ювелирно лупануть из смерчей по Петергофу, а? Ювелирочка по ювелирочке. Я глупая женщина, я не смотрю новости, но я понимаю, что это спецоперация. Не могу не согласиться. Вы глупая, если не хуже. Рубрика «Спецоперация» идет по плану. Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов снова выдал. Все идет по плану. Помните, как в песне «Гражданская оборона»? Только вот какой план вы курите, так и подмывает спросить. Россия не хотела захватывать Киев, Харьков и другие крупные города. В задачи входило уничтожение военных объектов, атаковать мирных граждан не входило в планы России, и она никогда их не атаковала. Так и хочется матюкнутися, чтобы вас гусы из наших биолабораторий покоцали за голову. То есть суда над своим солдатом, первый суд над тем, кто расстрелял человека только за то, что он разговаривал по мобильному телефону, вы не заметили. Но мы заметили. И вам не дадим забыть. Ну, конечно, это не входило в ваши планы, когда вы крепко отгребли от нашей армии. Есть такой пропа-пассажир, котенок, называет себя военкором. Так вот, говорит, врет все российский телевизор о войне, и слово красивое придумал. Хотите сказок? Тогда вы обратились не по адресу. Тогда вам в официоз и к тем, кто говорит и показывает правильно, там нет грязи и крови. А хотите сидеть в теплой ванне и воевать уютно, мягкого и ласково? Welcome на Телеглаз. А в российском телеглазе, да, все по плану. Неизвестно, конечно, по какому, но обязательно по плану. Вот вам плановая фраза «можем повторить», обрела совершенно оригинальнейший смысл. Чернобаевку «можем повторяют» уже 19 раз. Я поставила на 21. Всякого любите. Они же необучаемые. Белогоровка, это Луганская область, российская, вроде как армия, берется форсировать реку Северский Донец. Из 550 человек, которых отправили на переправу, в живых осталось максимум 65. Инчи вже форсувати нічого не хочуть, але командири погрожують в'язницею. Невеликий вибір – утопитися чи ув'язнитися. І самое любимое – из серии «Космос наш» был. Российская космическая корпорация энергии изобрела машину для строительства базы на Луне. Молодцы же. Только вот база на Луне построена еще в 2015 году. Ну, это уже вы сами рассказывали. И вот построили эту базу 7 лет назад. А машину, чтобы построить эту базу, изобрели только сейчас. Все чудесатее и чудесатее. Нас вистачить дочекатися, поки вас не стане, бо Росії вже по факту не існує. Це територія, яка загрожує своїм сусідам. Ні, не тільки. Така собі хвороба. І тут варіантів два. Хоча ні, один. Колективний мировий імунітет справиться. Нравиться вам это или не нравиться? Справиться. І Росія, і справиться. Или їй помогуть. Нині все. Лайки, дзвіночки, підписки від вас. Коментарі теж. З них обіцяю класні фрази використати у наступних текстах, бо вже готую наступний наш ответ.